Всем привет, друзья! Привет из Анапы! Всем привет, уважаемые мои подписчики и все, кто заглянул на мой канал. Вы на канале Планета Земля, и с вами Татьяна Панова. За моей спиной восточный рынок. Рядом был фермерский. Вот смотрите сейчас, что осталось от этого рынка. Больше года уже его нет. И у меня по плану полторачасовая ходьба. Я иду вот через этот рынок. Мне очень удобно. Иду на фермерский рынок. Сегодня у нас 27 марта 2020 года. У меня по плану ходьба полторачасовая. И уже она у меня заканчивается. Я направляюсь на фермерский рынок. По плану еще закупки. Надо кое-что купить домой. И хочу с вами поговорить про вирус, который сейчас у нас на планете. Как вы... Меня пропускают. Как вы думаете, что нужно кушать, что покупать сейчас, как себя беречь от вируса? Очень интересно ваше мнение, пишите в комментариях. Что покупаете, как себя бережете? Вот я, например, решила купить комплекс витаминов всей семье. Витамины пьем уже третью неделю, стараемся меньше общаться даже с родственниками. Прогулки свои полторачасовые я устраиваю в таких нелюдных местах, чтобы ни с кем не общаться, никого не видеть, стараться, если я хожу по полтора часа, чтобы никого не было. Вот сегодня у меня была прогулка по Анапскому шоссе, и уже вот она у меня к завершению подходит, иду на рынок, нужно немножечко скупиться. Фермерский рынок я очень люблю, я вообще люблю рынки. Можно купить очень вкусно, недорого и выбрать, попробовать все свеженькое. У нас обстановка спокойная. Ну, уже в предыдущем видео я вам говорила про вирус и что у нас происходит по Краснодарскому краю. Пока тишина. Ну, я думаю, что со следующей недели у нас будет полный такой карантин по всей России. Путин 25 числа выступил. И мы должны все объединиться и посидеть дома, поменьше общаться. И тогда, может быть, все наладится. Ну, а сейчас я подхожу к рынку, хочу купить черемши. Черемши у нас уже очень много. И показать вам, чем же сегодня дышит наш рынок. Что продают, какие цены. Рынок наш переехал, часть рынка переехала на северный, часть рынка переехала. А что это за игрушки такие? Это каны. Каны? Знаете, бордо. Да, знаю, да, вот. Да. Сколько стоят такие? 100 рублей. Пакетик? Да. Так. Можно резать? Да, да, вижу. Да, знаю. 5 сейчас можно. Угу. О, вот этот красивый, королевский. Это царская корова. Да, 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 тоже красивый. Тоже вот уже движение, видите, какое у нас. Бабушки, дедушки торгуют. Наш рынок фермерский. Сейчас посмотрим, какие у нас цены. Ну вот мне нужно зелень, черемшу обязательно купить. О, здравствуй. Здравствуй, здравствуй. А где микрофон? Ой, некогда, все некогда. Черемша, а почем у тебя? 30, пучки хорошие. Ой, хорошие пучки. Так, дашь мне 2 по 25? Давай, как всегда, со скидкой. А и так я отвечу. Да, всегда мне даешь хорошие цены. Так, еще мне надо вот этот салатик дашь. Так, и что еще? Что еще? Перчик у меня есть. А чеснок почем, молодой у тебя? Чеснок, это 30-120. Так, сейчас будем, хорошо, будем покупать. О, какие пучки красивые, большие. Хороший. Такие, аромат какой. Так, все, благодарю. Ага, всего хорошего, торговли хорошие. Давай, счастливо. Тут у нее постоянно покупаю. Так, яблочки купить надо. Мы сейчас посмотрим, какие цены у нас тут сегодня. Так. Что там? Это что такое? Это мандаринчики, да? Мандаринчики, девушка, да? Яблочки, картошка, морковка, лук.
грибочки 150. Так, у меня муж заказал яблоки еще посмотреть. Или теш. Нет, не такие. Он у меня любит голден. Так, ну цены не меняются. Что вам сказать? Яйцо вот 41, 74, 68. В зависимости от сорта. Вот здесь я покупаю фасоль. О, немножко подорожала бабочка. 135. А была 110. Рожки, макарошки. Так, а наш краснодарский... Так, вот краснодарский рис 75, 62. Горох 35, ну на 5 рублей все подорожало. Картошечка почем? 22, 26. Ну хочу сказать, друзья, что ничего. Не, цены не поднялись, ничего не поднялось. Ни на овощи, ни на фрукты. Вот как свеколка была 25, так и есть. Как морковка была 25. Даже можно чуть-чуть вот по 10 выбрать мятую резаную. Так, ну вот я иду в другой еще отсек. У нас тут получается два квартала. Клубнику уже продают. Да, и рассаду продают. Так. О чем эта рассада? 35 рублей. Ну, фермерский рынок у нас вот такой вот большой стал. Вот я сейчас перешла в другой такой, получается. Вот видите, один квартал. Вот это вот у нас другой квартал. Тут уже такие ряды большие. Здесь у нас столовая, кафешка. Облагородили. Тут у нас бакалея, рядом овощи, фрукты. Ну, а вот а яблочки я покупаю вот у этой девочки Golden. Вот они, да? Да. Вот они. Сейчас мне нужно купить яблочки. Так, это по 50. Это какие? Golden груша. Тоже по 50. Ой, какой запах приятный. А это вот по 70, это гелишес. Лук, морковка, редька. Ну, людей очень много. Цены не поднялись. Это очень радует. Тихо, спокойно. Все есть. Сахар, мука, рожки, рис. Все есть. Яблочки. От 25 рублей. Ну, от 25 они такие маленькие мятые. Можно купить на шарлотку. Ой, моя любимая капустка. Чего же она такая дорогая стала? Она всю жизнь была такая, да? Ну, чуть подешевле была. Ну, подешевле, вот, немножко подвявшая. Вот. Я 3 назад резали. По 100 рублей могу дать. А вот эта красная, какую цену? 50. Молодая же. Ну вот у него всегда выбор большой. А пекинка почем? А, все, вижу, 80. Это какой-то, это уже новенькая, да? Савойская. Савойская, да? По 50. Классная капуста. Вот у него всегда покупаю капустку. Вот и редисочку можно купить 80 рублей килограммчик. Правильно поняла? Ага, сейчас надо купить. 80 рублей. А это просто молодая? Да. И сколько она сейчас? 100 рублей. 100 рублей, да? Так, мне, пожалуйста, вот этой вот. Которая по 100? Да, по 100. Полкилограммчика, чуть-чуть прям совсем. Давайте, вы даже, я позволяю выбирать. Хорошо, давай, я сама выберу, ага. И редиску я сейчас выберу. Сейчас, момент. Хорошо, спасибо. Угу, благодарю. В пакетик, вот сюда, пожалуйста, упакуйте мне, а, в редиску. Угу, спасибо. Так, ну что, купила редисочку. Я очень люблю капусту, всегда покупаю на этой точке. Мне кажется, у него вот все, что выращивает, он вот все виды капусты.
Вы видели, какой ассортимент. Можно купить у него и савойскую, и пекинскую, и брокколи, и белокочанную, и цветную. Цветной у него сейчас нет, но цветная была. Вот я была на рынке 2 недели назад, покупала. Ну вот сейчас вот я вам говорила про яблочки, которые 25-30 рублей. Вот видите, какая цена. Да, да. Можно так, купить. Вот это вот 200, так, они по качеству. Да. Ну, вот они очень мягкие. Ну, это на шарлотку 100%. Можно 130. Купить. И Golden продается 50-60 рублей. Нормальные цены. Так, тут у нас что? Помидоры, огурцы. Ну, вот смотрите, наш ряд 1, 2. И сейчас еще 3-й ряд должны облагородить. Здесь уже засыпали щебеночкой и будут, видимо, асфальтировать. Здесь в основном рыба. Есть бутик с хлебом, с сыром. Ну, вот в основном рыба. Соленья. Сейчас посмотрим. Уже рассаду продают. Ой, как здорово. Девушка, а рассада помидор, это что за сорт? Волгоградский, нет? Нет, Катя ранее красная. А, Катя ранее красная. Ага, благодарю. Катя ранее красная. Ну, у нас в основном начинают продавать волгоградский. Так, что мы тут увидели? Рыба, рыба, рыба. Навага 190, кальмары 240. Так, это минтай, но что-то нет цены. Где-то 190-200 будет стоить. Скумбрия 240. Брюшки семги 530. Камбала 390. Ну, камбала это вот эта большая-пребольшая. Такая толстучая. Тут рядышком еще продают свеженькую. Ой, как пахнет вкусно. Аж прыгает. А почем карасик? По 60 рублей. Прыгает судак. Карасики живые, пожалуйста. Угу, вижу. Карасики живые. Ну, вот я как-то не особо карасики. Вот если только... Так, что у нас тут? А, филингасик. Да. Шикарная, вообще свежайшая. Смотрите, какая при 170 рублей всего. Только 170 привезли. 170 рублей, большой 200 рублей. Килька 150 рублей. Вот этот ряд рыба. Ну, рыбу я уже себе купила 2 недели назад. Пока что-то ничего не хочу. Тут что у нас? А, тоже пеленгаз, да? Пеленгаз, толстолобик. Катран. А катран, а, вижу все, катран, 300 рублей, да, килограмм, барабулька, 350, бычки по 100 рублей, так, а что у нас тут, толстолобик, о, свежак прям, да, 100 рублей, карп, сколько, а, вижу, 200, А пеленгасик один остался, да? Ух ты! Выбирайте, толстолобик, серебристый, голова маленькая. Так, вот, друзья, такой у нас рыночек. Вроде бы я все купила, не знаю, может толстолобик купить. Ну, а вот этот вот ряд, это павильончики, мясо продают. С одной стороны там сыры продают, колбасы, сало. Вот на этой площадочке, где сейчас вот гуляет народ, еще продают молоко. Приезжает бочка. Из бочки продают молоко. Здесь вот еще сушеное, вяленое. Рядышком кофе, чай. Решила я покупки. Показала вам, какие у нас цены на конец марта. Тихо, спокойно. Цены не подняли.
Можно спокойно закупиться. Люди в масках не ходят. И какой паники нет. Так что, друзья, всем желаю здоровья крепкого. Берегите друг друга. Относитесь очень серьезно к этой гадости, которая распространяется. Желаю вам всех благ земных. Любви, процветания, счастья, благополучия. А самое главное – здоровья. Всем пока. Увидимся в следующем видео.